Всем привет! Очередная посылочка пришла с сайта Gearbest. Вот такие данные у нее написано. Чардж. Здесь пришла классная зарядочка. Сейчас все посмотрим. Пришла быстро. Все, в пакете пусто. Вот такая упаковочка. Это у нас зарядочка Miller. Какой-то там номер, не помню. Миллер. Ну, популярная зарядка Миллер. Такая она из пластика такого интересного, как слоновая кость. Цвет. Может служить как зарядочка, так и повербанк. Показывает заряд. Тут 5 светодиодов должно быть зеленых. Включаем. Вот 4 показано. Так, попробуем включить на заряд. Так. Вот пошел заряд. Светодиодов. Вот 4-й моргает, зарядка идет. Тут моргает или горит. Синенький светодиодик тоже обозначает. Ну, все функционирует. Интересно. Попробуем ее как powerbank. Включаем. Так. Телефончик свой включим. Все, заряд пошел. Заряд пошел. Также все горит синенький. Ну, классно все работает. И если никакой зарядки не будет подключено, с какое-то время должны все погаснуть. Так, выпало. Все потухло она. Выполнено качественно. 9-я версия Miller. Попробуем раскрутить. Вот написано. Версия 9.0. Хорошенькая такая. Вот разобрали. Вот такая она внутри, если кому интересно. Сделано все четко, все шикарненько. Так, соберем их.
Ну вот, вот такая зарядочка. Кстати, не сказал про размеры. Заряжает только незащищенные. Защищенный он длиннее, аккумулятор 18650, и он уже сюда не влезет. Ну тут можно подогнуть что-то, расширить, довести до ума. Ну, в общем, а так вполне удобная и компактная зарядочка. Заряжай. Вот такой товар у меня сегодня на обзоре. Ссылочку оставлю. Смотрите, покупайте. Всем всего доброго и пока-пока.